Добрый день! Сейчас вы узнаете, как записывать видео с экрана, делать какие-то скринкасты и тому подобное в очень быстром режиме и бесплатно. Для этого нам нужен Google Chrome. Если у вас его нет, установите его. Это браузер. Так. Сейчас в... А вы заходите на YouTube. Заходите на YouTube. Здесь вы выходите в ваш аккаунт Google. Войти. Заходите в аккаунт. Ой. Заходите. У вас открывается ваш канал YouTube. Нажимаете «Добавить видео». И вот здесь Google Hangouts в прямом эфире. Нажимаете. У вас он или сразу начинает трансляцию, или запрашивает установить на компьютер необходимые обновления. Устанавливайте, они на 100% без вирусов, потому что это Google, им это авторитет бы только испортило, поэтому не бойтесь. Вы вошли в настройку видеовстречи, нажимаете здесь, вводите название будущего имени вашего видео, а, например, как делать съемку экрана и начать видеовстречу в прямом эфире. Она у вас подгружается. Дожидайтесь, пока она начнется. Возможно, меня сейчас слышно с эхом, поэтому я отключаю здесь микрофон у Гугла, и эхо уже не слышно. А мы рассматриваем сейчас именно запись экрана, поэтому нажимаете, вот здесь есть «Показать экран», нажимаете «Показать экран» и на рабочий стол. У вас открывается, и предоставить доступ к экрану. У вас открывается вот проекция бесконечная. Вы нажимаете «Начать трансляцию». И с этого момента уже начинается запись видео. Окей. Трансляция пошла. Запись тоже пошла, а вы переходите там на сайт, на блог, показываете то, что вы хотели показать. Ну вот, а вы провели презентацию или видеоурок и хотите его окончить. Нажимаете «Завершить». Все, видео остановлено. Где вы можете найти это видео? Заходите на YouTube. Здесь ищите менеджер файлов, менеджер видео. И вот видите, оно у вас появилось в вашем канале. А, это мое видео, установка горизонтальной формы. А сейчас вот здесь же появится видео еще, то, которое мы записывали только что. Оно, по-моему, через 2-3 минуты оно должно появиться. Где же это видео?
тоже оно будет. Этот способ – это хорошая альтернатива Camtasia, разным сервисам типа Screencast-O-Matic. И хороша она тем, что она бесплатна, тем, что это от Google, и тем, что сразу видео заливается в высоком качестве на YouTube. Единственное ограничение у него есть, это если видео превышает 2 часа, то вы не сможете его редактировать через внутренний редактор у YouTube. Если видео до 2 часов, то вы без проблем его открываете. Вот там изменить редактор. И можете его отрезать с конца или сначала, устанавливать там аннотации, субтитры, подставлять еще какие-то картинки, текст. Ну, в общем, обычный редактор видео сразу на YouTube. Так, а мы все еще ждем обработки видео оттуда. Вероятность того, что видео не появится здесь, а почти нулевая, потому что через сервис, который я показал сейчас, идет не только запись, но и видеотрансляция, опять же через YouTube. О, вот. Видео появилось. Открываете его. А ему нужно время для обработки. А, ну вот оно уже обработалось. Вот это видео в плохом качестве. Или... Ага. Так, а почему нету HD? Возможно, оно или еще обрабатывается для HD. Или YouTube как-то отрезал, ограничение сделал. Но это неудобно для YouTube. Ну хорошо, вот. Это как один из вариантов. Не пойму, почему там нету HD. А по поводу HD я запишу еще отдельный урок и размещу ссылку под этим видео.